היום אנחנו קוראים מפרשת שבוע וויראה. Сегодня мы читаем из парашат Шиву, которая называется Вейра. И читаем из шестой главы. Вы можете открыть это в ваших Библиях. Бархует Адунай Мевурах. Барух Адунай Мевурах Леулам Ваэт. Барух Ата Адунай Элюхейну Мелех Аулам. Ашер Бахарбану Миколь Амим. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. אמן. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, ואראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם, וגם הקמתי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני, אדוני, הוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני, אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והוצאתי אתכם אל ארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אמן. אמן. Я прочитаю те же самые стихи на русском, и очень важно, чтобы вы смотрели в Библии, особенно если у кого-то есть Библия на иврите. Господь ответил: «Ты увидишь, что сделаю я с фараоном, под тяжестью руки моей он отпустит евреев, под тяжестью руки моей он выгонит их из страны». Бог сказал Моисею: «Я Господь». На русском есть вступительное, как бы шестой стих начинается чуть-чуть раньше, чем мы читали. Бог сказал Моисею: «Я Господь, я являлся Аврааму, Ицхаку и Иакову, как Бог всесильный, но имени моего Господь я им не открыл. Я заключил с ними договор и обещал отдать им ханаанскую землю, страну, где они были, чужаками. Ныне я услышал, как стонут сыны Израилевы под игом египтян, и вспомнил про этот договор. Передай же сынам Израилевым: «Я Господь». Я уведу вас из египетской неволи, освобожу вас из рабства. Я вас избавлю. Занесена моя рука, и страшны мои кары. Я сделаю вас моим народом и буду вашим Богом. И вы будете помнить, что это я, Господь Бог ваш, вывел вас из египетской неволи. Я приведу вас в землю, которую обещал отдать Аврааму, Исааку и Иакову, и передам ее вам во владение. Я Господь». Моисей передал эти слова сынам Израилевых, но те даже и слушать его не стали. От малодушия и от тяжести работ. Сейчас мы меняемся с перевода. Шаббат шалом лекулам. Шаббат шалом всем, во-первых. Кмоше шаману, а парашат шаво шалайом никрет вейра, мисефер шемот. И как мы прочитали в самом начале, недельная глава называется вейра, то есть явился. Мисефер шемот, захашув. Из книги «Исход», но на самом деле это переводится как «имена». Кен. Шемот. Имена. Лекол эхад миитану есть шем. У каждого из нас есть имя. Ве афилу ло эхад, нахон? И иногда даже не одно, а несколько. Шем шелану прати, шем мишпаха, шем шел ав, ве лифамим мишу им. Есть наше имя, у нас есть фамилия, отчество. Афилу есть анашим, шем ми, нагид, ми Америка Адромит, ше есть арба хамеш шемот. И иногда есть люди, у которых есть по два, по три имени, например, которые с 4-5. Или 4-5 имен с Америки, Южной Америки. Шемот. Имена. Шем шелану меот машпия алейну. И наше имя, оно очень влияет на нас. Лахен меот хашув леорим, матай шем хошвим латет шем леелет, лахшов. Поэтому важно, когда родители дают имена своим детям, подумать очень хорошо имя, которое они выбирают. Кишуфпам, шем
שלנו מאוד משפיע עלינו. Потому что имя будет влиять на характер человека. לכל שם יש משמעות. И у каждого имени есть смысл. ומשמעות הזאת היא שונה. И смысл этот, он разный. דימה, מה שמך? דימה. דימה, נעים מאוד. ליאון, איך קוראים לך? ליאון, как тебя зовут? ליאון. ליאון. לכל אחד מאיתנו יש שם. У каждого из нас есть имя. ואנחנו קראנו שגם יש שם לאדוני. Но также мы почитали здесь, что у Бога у него тоже есть имя. למה אנחנו משתמשים בשמות? Как мы используем имена? לא סתם כדי לא להגיד, אתה תבוא לפה או תקשיב. Это же не просто так, чтобы сказать, ты иди сюда. אנחנו קוראים אלכס, דימה, סרגי, יואב. Но каждого мы называем своим именем. ואז בן אדם מקשיב. И тогда человек, он слышит свое имя, и он откликается. זה נושא הראשון שאני רציתי לדבר היום. И вот это вот первая тема, о которой я хотел сегодня поговорить. אצל אלוהים שלנו גם יש שמות. У нашего Бога есть имена. והוא אמר ששם שלי וידבר אלוהים על משה ואמר עליו אני אדוני ואמר על ואירא על אברהם על יצחק ועל יעקב באל שדי. И здесь мы в первых стихах читаем, что Господь, он говорит Моисею: вот я являлся Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Эль Шадай. Я даже думаю, что лучше его вот так вот на иврите, чтобы вы запомнили, потому что это действительно имя. Эль Шадай. Эль Шадай. Лифамим батиргум шоне анахну курим Эль Шадай. Бидью каха катув. Иногда в другом переводе прям так и написано, даже на русском языке Эль Шадай. Потому что это имя. Не просто Всевышний или Всесильный, а именно Эль Шадай. Ма машмаут шель шем азе. Какой смысл этого имени? Ми натан ле Элоим эта шем азе. Кто дал Богу это имя? У беацмо лаках эта шем азе веамар ле анашим зе ашем шели. Бог сам избрал это имя для себя и сказал людям: вот мое имя. Эль Шадай. Эль Шадай. У ахерет эфшар лефареш Эль Шадай. Маспик. И есть несколько интерпретаций этому имени. Одно из них это Ше Дай, то есть тот, которого достаточно. Тистаклю. Эх Элоим омер. Посмотрите, как Бог здесь говорит. Веира аль Авраам, вель Ицхак, вель Яков, баэль Шадай. Он говорит: Аврааму, Ицхаку и Якову явился с именем Эль Шадай. ושמי יוד היי וו היי לא נדעתי לכם. А вот мое имя Господь или Сущий я для них не открыл. עכשיו אנחנו שומעים שם השני של אלוהים. То есть здесь мы видим второе имя Бога. שם הראשון אל שדאי. Первое имя это было Эль Шадай. ושם השני אדוני. אדוני. אם שמתם לב הרבה פעמים אנחנו אפילו לא קוראים את השם הזה אנחנו מחליפים אותו ואומרים אדוני. То есть на самом деле как оно здесь написано, мы его даже так не произносим, мы автоматически меняем это на Адунай. Сам там лев, коль пам, матай ше катув, юд гей вав гей, анахну курим Адунай. То есть каждый раз, когда написано юд гей вав гей, мы читаем автоматически Адунай. Везе лос там каха. И это не просто так. Зе бехавана анахну сим каха. То есть это делается намеренно. Лама. Почему? Ки лешем Эль Шадай, анахну яхолим лефареш, лефахот кцат. Потому что интерпретировать имя Эль Шадай мы хоть как-то можем. А второе вот имя Юд Гей Вав Гей мы даже понятия не имеем, как к этому отнестись. То есть до сегодняшнего момента ни один человек не может полностью дать интерпретацию этому имени. Анахну яхолим леагид байзе кивун השם הזה, מה המשמעות שלו. То есть у нас могут быть определенные какие-то намеки, мы можем видеть здесь. כל מיני רמזים בכל מיני כיוונים. В разных направлениях. וזה נכון. И это нормально. וזה בסדר. Это правильно. אבל עד הסוף לפרש שם יוד היי וו היי אנחנו לא יכולים. Но понять до конца вот это вот имя мы не можем. כי הוא יותר מדי גדול בשבילנו. Потому что он просто не вмещается в наш разум. למה? Почему так? Лама Элоим лаках это шем ашени каха. Почему Бог избрал вот это такое вот имя для себя? Тистаклю тов тов экши анахну карану бейврит.
Посмотрите внимательно, как мы читали здесь на иврите. Шем Аришон, Эль Шадай. То есть первое имя Эль Шадай. Шаях ле анашим пратим. Эхад, штайм, шалош. Авраам, Ицхак, Яков. Это имя он открывал для лично людям. Аврааму, Ицхаку, Якову. Лама питом Элоим мегале это шем ашини шело. Почему вдруг он открывает впоследствии второе свое имя? Ве умазбир ахарках. Он объясняет это в следующих стихах. Пасук шева. Велакахти отхем ли леам, веаити лахем ле Элоим. Он говорит, потому что я возьму вас в народ и буду вашим Богом. Веядатем ки ани Адонай Элохем. И он говорит, и тогда вы будете знать, что я Господь Бог ваш. Эль Шадай. Эль Шадай. Зе Элохим ше дай, маспик лану. Это переводится как Бог, которого нам достаточно. Маспик лану баяхасим ишим ито. Нам достаточно иметь личные отношения с ним. Бахохма шелану. Может, достаточно в нашей мудрости, чтобы понимать что-то. Баэмоциот эрагишот шелану. Для наших эмоций, наших чувств. Баатит вефантазиот шелану. Как мы можем мыслить и представлять. Афилу бахумор шелану. Даже с нашим юмором. Лифамим маспик ли истакеля ли изишу хая, кидай ли авин, ше ли Элоим еш хуш хумор. Иногда ты смотришь на какого-то животного, и ты понимаешь, что да, у Бога есть чувство юмора. Лифалим алейну, анахну мистаклим бамара, а бокер вихошвим, о, ли Элоим еш хуш хумор. Иногда ты смотришь сам на себя в зеркало и говоришь, ой, какой Бог великий. Чувство юмора у него точно. Бейкар бабокер, а то еще анаху камим каха. Когда ты проснулся никакой. Эль ше дай, маспик. Бога, которого достаточно, хватит. Матайше бен адам мехапесет эдо Элохим. Когда человек начинает искать Бога. Веу моце Эль Шадай. И он находит Эль Шадай. У матхил леавин ше маспик бишвело. Он начинает понимать, что вот такой момент, что ему уже достаточно. Баколя цаадим шел хаяв. Во всех сферах его жизни. Ве лама Элохим мегале эт ашем шени шело. И вот почему Бог открывает второе свое имя. Юд гей вав гей, ше анахну махлифим ле Адонай. Юд гей вав гей, то есть то, которое мы заменяем на Господь или Адонай. Ки ашем азе шаях ло ле анашим пратим, у шаях ле ам. Потому что это имя, оно относится не только к людям, личность, к частным, но ко всему народу. Матай ше анахну баим ле изишу мисрат, וממלאים את הטופס. איזה שמות אנחנו שמים? Иногда, когда мы заходим в какой-то офис и заполняем документы, какое имя мы пишем? במקום איפה כתוב שם, где написано имя, אנחנו לא כותבים לדוגמה שמוליק. То есть мы не пишем там Шмулик. או Ицик. Или Ицик. למרות שבבית קוראים לנו ככה, זה בסדר. Хотя дома иногда так нас называют. אנחנו קוראים שמואל. Ицхак. Мы пишем Шмуэль Ицхак, то есть полное имя. Бен казе ве казе ве шем мишпаха. Сын такого-то, такого-то, фамилия. Ки аматара ахерет. Потому что смысл он другой. Бигляль зе Элохим омер. Ахшав ани олех ливнот эт аам Исраэль. И вот здесь Господь говорит, сейчас я иду построить, выстроить израильский народ. Ве аам Исраэль емакирти башем юд хей вав хей, башем Адонай. И вот этот народ, который я построю, он будет знать меня под именем Юдхэ-Вавхэ. То есть такое высокое имя, которое мы даже не можем осмыслить и понять. Потому что Бог говорит, я начинаю строить новый народ. Почитайте дома еще раз хорошо то, что Бог сказал здесь. Замеот меанен. Это очень интересно. Бейкар зе меанен ле мише митасек ба теология, о ше ба килу секер шел Танах. Особенно тем, которые действительно копают что-то в Танахе, занимаются теологией. Авал лану ле анашим пшутим ше митаским йом-йом им авуда, им аштуйот шелану, им амаскорот. Которые занимаются своей повседневной жизнью, работой. Лифамим зе стам мида, окей, ле Элохим еш кама шемот. Иногда для нас это просто дополнительная информация. Ну хорошо, у Бога есть несколько имен, и что? Мазе омер лану иши. Что лично нам это дает? Мазе омер ли. Что лично мне это дает? Амида ше ле Элохим еш кама шемот. Что мне дает эта информация, что у Господа есть несколько имен? А история зот? Это история. Элохим матхил ливнот эт аам, ве омер, ани мегале эт ашем ашени шели. Бог говорит, я строю народ и открывает свое второе имя.
ותסתכלו איך הוא בנה את העם שלנו. ופסמטריטי קקום פסטרויל נרות. זה הדבר שני שבקצרה אני רציתי רק להגיד כמה מילים. Вторая тема, которую я хотел вкратце поднять. ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. То есть в предыдущей главе, в последних стихах мы читаем, что Господь говорит: и вы увидите, что я совершу с фараоном и с его народом и с Израилем, потому что рукою жестокою они просто выгонят вас. Боят хазака и горшем. Говорит, крепкою сильной рукой они выгонят вас. Атем макерим мила гаруш. Вы, я думаю, многие из вас знают слово гаруш, то есть разведенный. Зеу. Шней халаким. То есть Банифрат. Получилось две части. Разошлись люди. Вы макарали Израилем. И что случилось с Израилем, с нашим народом? Эм кавцу, асу хагига, симха, йофи, анахну йоцим мия Мицраим. Они радовались, веселились, говорят, вот мы выходим из Египта. Бихлялло. Нет, такого не было. Эм афилу ло икшиву ле Моше. Они даже не услышали Моше, то, что он говорил им. Лама. Почему так? Амишпат ахарон шекарану. Это последние стихи, которые мы прочитали. Вело шаму аль Моше ми кецер рух ве ми авода каша. Потому что в нашей недельной главе, в последних стихах, там было написано, что они не слушали Моисея по малодушию, потому что у них была тяжкая работа. Кецер рух ве авода каша. Тяжелая работа и малодушие. Ло маскир шум давар. Ничего вам это не напоминает? За мицеют шелану. Это наша жизнь, в которой мы живем. Анахну кмо багальгаль, митаским, овдим, вехошвим, ве... Мы все время работаем, работаем, как в колесе крутимся. Афпам ло маспик кесев, афпам ло маспик зман, афпам ло маспик шина. Никогда недостаточно времени, недостаточно денег, недостаточно сна. Адавар ше кимат кулам хурмим алав. И обычно все думают об этом. Ше анахну лифамим нухаль лишон маспик. И мы желаем такого, чтобы... Ну, хоть когда-нибудь мы могли бы выспаться. Мишу холем аль зе. Кто-то об этом думает? Арбе анашим ани шамати холмим аль зе. Да, я знаю. Гам ани. Многие желают этого. Я тоже. Авода каша. Тяжелая работа. Бигель зе анахну ло коль ках мистаклим ве самим лев аль ма ше катув батанах. Именно из-за этого часто мы не видим то, что Слово Божье говорит. Аль ма ше коре мисовивейну. Не видим то, что происходит вокруг нас. Зе ая амон шаним лифней. Это было много лет до нас. Элоим матхил ливнот эт аам шелану. Бог начинает строить наш народ. Атем йодим ма коре ахшав? Вы знаете, что происходит сегодня? Элоим боне эт Исраэль, мединат Исраэль. Бог строит землю Израилеву. Ло... Государство Израиля. Ло Ицхак Рабин, ло Эрцог, ло Ротшильд. Не всех правителей, которые были здесь. Даркам Элоим боне эт Исраэль. Но через них Господь выстраивает народ Израиля, землю Израиля, государство Израиля. Вы этом йодим ма? И вы знаете что? Гам даркейну. И также через каждого из нас. Элоим боне Исраэль ахшав. Бог строит Израиль сегодня. Ахшав миткаемет невуа, ше ани иках отхем ми эрец фона. Сейчас воплощается то обетование, когда Бог говорит: я возьму вас из земли северной. Кмо ципор. Это как птица собирает своих детенышей под крыло. Это сейчас происходит. Пока мы здесь сидим, Бог собирает свой народ. И это процесс, который когда-то начался, и до сих пор он двигается. Хашуф лану льет бакешер им Элоим, бакешер иши. Нам важно, чтобы мы могли быть в личных отношениях с Богом. Леот макирим это башем Эль Шадай. Чтобы мы знали его по имени Эль Шадай, личные Шадай отношения, которого достаточно для нас. Маспик кидей льет меушарим. Достаточно, чтобы быть радостными в жизни. Авал хашув гам леавин веладат эт ашем ашени шело. Но важно также знать и понимать, Леакир, что у него есть второе имя. Юдгей Вавгей. Юдгей Вавгей, Господь. Элоим шебоне эт ам Исраэль. Господь, который строит народ Израиля. И очень важно айтнагут шелану. Это наше поведение. Им анахну бияхат ито боним эт Исраэль. Если мы вместе с ним строим Израиль. Оше мехапсим эхшеу леуци эт атавот бишвилейну. Или мы просто ищем наших желаний. Вело эхпат лану ми Исраэль. И нам не важно, что происходит с Израилем.
Мехапсим шие лану тов. Мы ищем только наших личных выгод. וכל הזמן מתלוננים בלי הפסקה. И все время жалуемся без перерыва. הפוליטיקאים רעים, הממשלה רעה, הביטוח הלאומי רצח. ביטוח לאומי плохое, правительство плохое. Ничего хорошего нету. איך זה נקרא? Как это называется? כמו שפעם. То же самое, как и раньше. קצר רוח. קצר רוח. Малодушие. ואם קורה ככה? Если так происходит. אנחנו לא עוזרים לאלוהים, אלה מפריעים לו. Тогда мы не помогаем Богу, а наоборот мешаем. אז תחשבו טוב על זה. Поэтому задумайтесь хорошо над этим. ותהיו משותפים איתו. И будьте с ним партнерами. אלה שעוזרים. Те, которые помогают. ורואים מה הוא עושה. Они понимают и видят, что Бог делает. אלוהים תפתח לנו עיניים. Господь, открой нам глаза. Аминь. Аминь. Куда, Саша?